Всем привет, с вами как всегда Кунька, приветствую вас как всегда на моем канале. Сегодня мы продолжаем проверять сайт Real Drop. Открываю крайний раз я на этом сайте, и потом пойдем на какой-нибудь, может, другой. Так, ну что, у меня всего лишь 1000 рублей баланс. Так вот печальненько бывает. Хотя странно, почему 1000? Я активировал промокод, и у меня тут было 35-31 рубль. Что-то вообще какая-то хрень. Ну ладно. Давайте откроем вот это сначала за 150 рублей. Деньги здесь быстро улетучатся, выпуск получится очень быстрым. Ой, нормальное начало, нормально. Давайте вайда откроем. Сколько же аркан пролетает, блин, вот в самом начале. А потом арканы вообще не летят. Понятно, почти арканы. Давайте еще разок, хорошо. Ладненько, идем дальше. Да, давайте разок откроем. Хотя, как по мне, вообще дебильный кейс. Охуенно крутанул. Так, ладненько. Уже меньше 1000 осталось. Ой, господи. Как же здорово. Ну, такое себе. Надо было назад крутить. Ладно. Давайте вот этот. Тут я в прошлый раз въезжал. Мне почти выпало аркана. Все, куда? Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Нормально. Не выпадала нормальная хрень. Я эту. Да-да, за 100. А я крутанул дальше. Какой я молодец. Осталось у нас еще 3 открытия. Реально очень дорогой сайт. Не вижу смысла вперед-назад крутить. Так, что у нас? Какие еще есть по сотке? Давайте еще какие-нибудь пооткрываем. Ну вот этот давайте. Разора. Я свято верю, что тут что-нибудь выпадет дорогое. Ну, падает пока что одна дичь. Так, что у нас еще есть за сотку? Сука, окупаемость. Изерар. Не, не буду открывать, потому что иначе не хватит еще на один за 100 рублей. Давайте бесплатно откроем. Получим шмотку за 1 рубль и пойдем дальше. За 2 рубля, извините, извините. Так, ладно. Ну, тут кейсы ютуберов. Оружейный склад. Да. Ну, давайте еще разок откроем вот этот, и потом либо разор, либо вайда. Сейчас что-нибудь продам, конечно, потому что... Блядь, кстати, на розыгрыш даже еще до сих пор ничего не выпало. Вот что печально. Ну, окупился. Давайте еще разок. Даже на розыгрыш толком ничего нету. Блин, шляпа только на этого. На шторма. Коса. Ну и что у нас по профилю? Ай, господи, как все печально. Ебаный в рот. Давайте это все продадим. Голову оставлю, пускай будет. Ну, хватает нам еще на 2 открытия. Там что-то вроде вот этот начал. Открой, если у тебя песок большой, блядь. Начал вроде что-то давать. Давайте еще разок его крутанем. Ну, такой себе. Ну и давайте ласт его откроем. Почему бы и нет. Ну, окупились, чё. Итого, я думаю, будет все очень просто посчитать. 111, ну, давайте 110, 140, 250, 380 и 70 еще рублей. 450 рублей с 1000 рублей.
А, ну 500 рублей. Короче, как тести дроп. Ни хера тут не падает, как и на тести дропе. То есть, ну, чуть-чуть другие морталки падают, а так... Все те же яйца, только в профиль. Итак, что я хочу разыграть для своих дорогих подписчиков? А разыграю я, пожалуй, вот эту имморталку на Вайда. Коса уже несколько раз была, по-моему, так что нет смысла, а это дешевое. Ну, если только еще на штаб. Слушайте, ну... Давайте так, народ. Вы сами в комментариях выберите, что мы разыграем. То есть пишите либо Void, либо Storm. И ссылочку на свой трейд-оффер. И через неделю мы узнаем, кому же достанется либо это Immortal на Вайда, либо Immortal на Шторма. А с вами был, как всегда, Кунька. Спасибо, что смотрели. Хотелось бы напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, где тоже проходит розыгрыш на 3 призовых места. Для участия там надо просто подписаться на канал и сделать репост записи. Всем удачи, всем пока.